конюшне ты можешь... Это как лес? Я не могу обнаружить огонь. И тут полно дыма. Похоже на то, что я что-то не сделала. Видишь свечей? Думаю. Сигнал стал слабее. Мы подходим. Сигнал стал слабее. Похоже, нам надо идти. Постарайся определить. Классно. Какой прелестный домик на дереве. Мне кажется, что я что-то видела на земле. Нужно лишь убрать этих козлят с дороги. Отличная мысль. Продолжай. Плохо справляешься. Нажми, перетаскивая любой клочок бумаги в квадрат, расположенный прямо в точку. Отличная работа. Осталось лишь... Отлично! Этот лист бумаги подошел... Лес. Этот знак выведет тебя к му... старая мукомория. Давай попробуем убрать камни с дороги потока, использовав рогатку. Наведи звездочку на камень, по которому ты хочешь выстрелить. Затем удерживай кнопку мышки, чтобы выстрелить. Тебе удалось сбить один. Осталось несколько. Да, мост опущен. Теперь можно попасть внутрь. Под несколько... Давай попробуем сдвинуть мешки с мукой, чтобы посмотреть, что находится за ними. Отличный ход! А теперь вперед! Лес. Хороший. Лес. Городок. Мы должны... Домик. Эй, ба... Речной... Это так весело! Только посмотрите на эти пещеры. Какая прекрасная!
мы подходим все ближе. Это не... Мы подходим все ближе. Давай уберем. Классно. Невероятно. Продолжай. Почти получилось. Попробуй еще раз. Отличная работа. Отличный ход. А теперь вперед! Лес. Пустые. Давай отсортируем эти предметы. Код состоит из 4 ключей, используемых машинкой. Двигай необходимые символы на пустые места машины. Мы не подобрали ни одного верного кода. Давай использовать другие символы. Классно! Мне лучше составить правильную комбинацию. Похоже, что это какой-то комбинационный замок. Мне кажется, что нам стоит сравнить символы, расположенные вверху экрана, прямо в... Это фотографии, которые я получила с официально... Отличная работа! Это... Наша...